Атлетов, борцов, армрестлеров, всех, кого можно назвать гордостью чувашского спорта, сегодня чествовали в Ледовом дворце Чебоксары-арена. Это ежегодное традиционное мероприятие, где награждают спортсменов, покоривших новые спортивные вершины. В центре внимания за чашечкой чая элита чувашского спорта. Лучшие из лучших. Своими достижениями в этом году они прославили Чувашию на международных аренах. Каждый имеет целую коллекцию высоких наград. Мастер железных игр Полина Кириллова завоевала золото прошедшего в США первенства мира среди юниорок. Алена Тимофеева стала второй в первенстве мира по вольной борьбе. В русских шашках нашу республику прославляет Данил Леонидов. Рамиль Гарифуллин и Дмитрий Кудряшов блистали в Венгрии на чемпионате мира по армрестлингу среди спортсменов с особенностями здоровья. В первенстве мира по полиатлону лучшей стала Дарья Мишанина. Алексей Германов победил в чемпионате Европы по спортивной аэробике. Спортсмены, говорят, соревновались с известными чемпионами мира, поэтому обойти их особенно почетно. Если брать весь сезон, 2017 год, по итогам 10 месяцев более 100 медалей международного уровня удалось нашим спортсменам завоевать. Я уже отметил 174 члена сборной команды Российской Федерации в этом году. Это действительно историческое событие. Результат слаженной работы тренеров, спортсменов и сама система подготовки спортивного резерва, которая на сегодняшний день сформирована, она даст свои плоды и в будущем. Разные виды спорта, но все чувашские спортсмены как одна команда, как единая сборная. И цель у них одна – всегда отстаивать честь своей родины. Рифат Фаткулин, Арина Гавелян, Республика.